История двухлетней давности. Сын дома жестоко расправился с отцом. Задушив, он отрубил ему голову и сжег ее в печи. У задержанного тут у вас с детства сформировалась ненависть к отцу. Ссылаться на то, что он был пьян, нельзя, так как это все-таки его отец. Он не смог перебороть свою ненависть. По словам сына убийцы, отец часто бил его, и эта чудовищная расправа явилась итогом страшной трагедии. Подробности очередного уголовного дела никого не оставит равнодушным. Единственное подобное уголовное дело в Казахстане. Смотрите на телеканале 77 ТВ. Воскресенье, 18:00. Дело номер 8. Месть отцу.